Согласно плану реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 2016 году в Башкортостане планируется отремонтировать 1063 дома общей площадью 4 миллиона квадратных метров на сумму почти 2,5 миллиарда рублей. На эти деньги произведут замену лифтового оборудования, установку и покраску ограждения на крышах домов, смену почтовых ящиков, освещение, электропроводки, труб водоснабжения и водоотведения. Обновят кровлю и фасады домов там, где это необходимо.